Белгородские спасатели настоятельно рекомендуют горожанам не совмещать отдых на воде с алкоголем. В ходе рейда любителям такого досуга объяснили, чем может обернуться их пагубное пристрастие. На месте событий работала наша съемочная группа. Михаил Перетокин выслушал точку зрения отдыхающих и аргументы сотрудников службы спасения. Я хочу вас предупредить, что данная территория, вот где вы сейчас находитесь, она не обследована водолазами. Рейд по центральному городскому пляжу только начался, а белгородские спасатели и сотрудники правопорядка уже фиксируют первое нарушение. Компания из трех человек в нетрезвом состоянии отдыхает в зоне, где купание строго запрещено. После разъяснительной беседы молодым людям предлагают проехать в отделение полиции. Во время рейдирования совместного задержали группу из молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые находились на берегу с большим запасом горячительного. Вот, уже в купальных одеждах, ну, не преминули бы, естественно, зайти в воду, а там до беды один шаг. По статистике, большая часть несчастных случаев на воде происходит именно в нетрезвом состоянии. И если сами отдыхающие не заботятся о собственной безопасности, это приходится делать сотрудникам оперативных служб. В этом году были два случая, когда прибегли к помощи муниципальной стражи и совместно со спасателями были выведены из территории пляжа. Вот, потому что люди находились в алкогольном опьянении. С начала купального сезона на центральном пляже уже спасено 2 человека. В прошлом году помощь оказали 13 пострадавшим. Большинство из них были в нетрезвом состоянии. Как правило, основные нарушители – молодежь в возрасте от 20 до 35 лет. За противоправные действия кодекс предусматривает штраф в размере 500 рублей, либо арест до 15 суток. За соблюдением закона следят постоянно. Мы проводим постоянное дежурство. В виде пеших патрулей это касается, конечно, тех мест, которые пляжи, центральный пляж, левобережный и песчаный карьер. А те места, которые не оборудованы для купания, там у нас ходят водные патрули. В ходе рейдов спасатели также обращают внимание на безопасность детей. Несовершеннолетние должны находиться на территории городских пляжей только под присмотром близких родственников. Отслеживание очень простое. Вы один человек не справится с такой оравой детей. Мы переживаем. За неделю истекшую двух несовершеннолетних спасли. Вчера одного вот здесь. И на той неделе на пескарьере. Вот такие вот. Вы не успеете, ничего не увидите. Для совсем маленьких посетителей пляжа отведена специальная зона с ограждениями и низким уровнем воды, так называемый лягушатник. Сотрудники городского управления ГУЧС настоятельно рекомендуют горожанам проявлять сознательность, соблюдать технику безопасности на воде и общественный порядок. Михаил Перетокин, Дмитрий Ерема, к этому часу, Белгород.